Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня мы играем на Родина РП Центральный округ. Мы здесь Кирилл Футболов. И не забывайте вводить маник по регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Но сегодня у нас будет новая серия. В этой серии я буду админить. Будем помогать игрокам, смотреть интересные моменты, наказывать нарушителей. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Рубай музыку, Пацаны, короче, огород копают. Засадили уже почти всю дорогу. Но это реально жестко. Они еще спорили, типа, можно так делать или нет. Может, к ним телепортироваться, поприкалываться с них, я не знаю. Давайте, может, поприкалываемся. Там кто-то еще есть, но я их не вижу. Они далеко стоят. Я просто хочу посмотреть, чем люди занимаются. Типа, ну, просто подминим сегодня. Я надеюсь, то, что вам такие серии нравятся. Ну, на РП огород его посадили, все такие, блядь, лол. Пацан к успеху шел, называется. Ой, братанчик, а что мы делаем? Ой, братанчик, а что мы делаем? Вот это? Так, Джайл, как у него иди? 5, 20, ДМСЗ. Ну, сколько у тебя? А, нет, 135к. Так, пока его садить не будем, сейчас послушаем, что он вообще будет говорить. Ну и он говорит. Давайте просто посадим, в принципе. Вы не в форме. Ну да, в принципе, его уже можно посадить. ДМЗЗ, потому что, ну, пацанчик реально жестко нарушает. Да, вот этого Никита есть оружие, но он... Я не видел, чтобы он стрелял, он просто, ну, целился и все. Пацанчики разговаривают, общаются, общаются. Скачиваешь... Да вообще пацан рыгает. Лол. А все, упал он. Пизда я был. Все. Пацан скрутило. Может поударять. Ну плюс. Они, короче, что-то про лаунчер разговаривают. Я точно не знаю о чем. Во-первых, ты должен настройки на этой, там такая шестеренка ебаная. Ты на нее нажимаешь там и. Ну. Давайте послушаем, послушаем. Очистка, автоочистка убираешь, все, на нее ничего не удаляет. А, все, я понял. Да я там не лазил. Блять, на самом деле лаунчер хороший, мне нравится, главное то, что. Лаунчер, пацаны, хороший, говорят, видите? Лаунчер хороший, поэтому заходите, играйте на Родину. Потому что на Родине все заебись. И должна скоро глобалочка выйти, поэтому будет вообще пушка-гонка, поэтому пока не поздно, пацаны, заходите, играйте на Родину. Вот, реально. Так, тут, короче, пацан застрял, давайте ему поможем. Jet Harry Car 896. А хули она не тпхнулась? Я что-то нихера не понял. Или тпхнулась? А, вот она тпхнулась, нормально все. Помог, короче, пацанчику. Давайте вот этого починим еще. Флип. 254. Давайте ему починим машину, потому что он этому пацану помогал выехать. Поэтому я его починил. Я думаю, это было правильно. Ну, реально, движуха нормальная. Сейчас на серваке онлайн 450. Типа, реально по кайфу можно поиграть. Просто админов много. Вот, когда много админов, ну, особо контент не получается снимать, потому что людей, которые, ну, нарушают, их уже садят, получается. Поэтому вот как-то так. Ох, какой мальчик мой хороший. Да, на Ауди ты мой маленький. Нарушаем, да, по полям. Саймон, ну что ж ты нарушаешь, родной мой? Ну, почему ты не поехал по нормальной дороге? Братанчик, ну зачем? Зачем нарушать? Давайте сейчас ему деморган выдадим. 20 минут ЕПП.
ЕПП, все, отлетает братанчик, потому что, ну, не надо ездить, братанчик, по полям, потому что зачем оно тебе надо, братан, ну, зачем? Мог бы по нормальной дороге поехать, никто бы тебя не трогал. Какая-то движуха начинается. Это Томми, я поэтому ему рульба ездить машину. Томми, что ты делал? Зачем ты его за 80 покупал? Миллионов Томми за одну минуту сломал. Они смотрите, тупо машину в огород засандалили, она взорвалась. Зачем ты права покупаешь? После того, что вы делали, мы, на меня гнали, мы, кто-то поможет? Нет, сам газуй. Чё, это ваши соседи, что ли? Они меня гнали, хотя я на Б тащил. Понимаешь, я их убивал, я, короче, тачку снапарковал, а я на Б все время с тобой был. Я такой, я не помню. Маркус мне говорит, ты ему сам говорит, а вообще, почему что делать? Почему там можно купить здесь? Тут не там за 2,5 продавали где-то. Так, он целит. По 2 миллиона он стоит. Короче, а, вот это 9. Нет. Что это? Кто это, блядь? Вот это 9 стоит, короче. Давайте гасим его, по нам стрелял. Там кто, чуваку кто? Надо иметь, короче. Я, только за 9 я его продаст. Сейчас задавлюсь. Угу. Говорю, зачем людей трогаешь, дядя? Они мне первые стреляют. Ничего, что у меня фрапс есть, как ты залека по им начал стрелять. Я не... Там никого не было, проверял, что они будут по мне шмалять или нет. А ну я сейчас проверял. Мы с ними тоже поговорим, сейчас иди. Блять, только не эта хуйня. Началось, блять, ну ебаный насос. Так, я перезашел, короче, потому что у меня пиздец происходил, в принципе, это могли видеть. Так, какой-то модил чувака, по-моему, я забыл. Так, не этот чувак, там другой мне нужен, который с ними на огороде был. Мне надо срочно его найти, либо телепортироваться туда просто. Езжай пока машину вам дали, а то пушка. Ехали. Зачем? Я не умею. Я тебя, братан, перепутал. У вас просто чувак дэмил, я заморозил, но меня крашило. А он, походу, с какими-то перезашёл. Я, да. Я думал, что вы... Я думал, вы просто это... Типа, ну, блин, поставили ну, спав на месте, это где вышли. А, бутылю? А где блин, ты был, Данил? Лучше давайте, бы в Арзамасу мне тэпнули. Давай где сейчас в Арзамасу тэпну. Ебать, мне там дождь за окном хуярит, пиздец. Реально, я вам серьезно говорю, у меня там такой ураган просто идет. А я тут сижу, серию записываю, заебись, ебать. Так, а где там Арзамас? Вот куда-то сюда, давайте его телепортируем. О, давайте я ему еще вот бабок что, накину. Админы, да? А что мы тут делаем, а? Нарушаем, блядь, гражданин, да? Че мы тут бегаем, стреляем, а? Не, вот этого Егора под демордом посади. А ну быстро где? Отсюда уехали, блядь. Или я вас заспавню просто. Охрана. Да что, как это, как? Все, я охранять буду, охранять буду. Все, пиздец. Кирилл. Ты, я машину повредил. А ну кищ. Спасибо. Кирилл, а как ты, кстати, получил администратор? Насосал. Зато честно. Дай покататься. Да я ж не могу давать. Кто тут дэмил, ебать? А ну покажите. Вот, видишь, как около памятника стоят. Дай тяпать, я просто... А как, кстати, убить танкиста? Не знаю. Не знаешь? Ну ты меня точно убьешь, у меня 100 тысяч. Опа! Все, я понял. Сейчас бы танк ногой сломать. Все, я понял как. Все. Я теперь буду танкиста убивать. Ладно, я пошел заниматься делом, а не хуйню страдать. Бля, тут какая-то жопа происходит на выезде. Давайте я тпхнусь, разберусь. Так, братан, ну кого ты давишь, блядь? Давайте я ему помогу. Коню води, 600. Блядь, 659. Так, флип, 355. Сейчас ему тачку починим. Потому что какой-то пиздец происходит на выезде из АБ. То давай, братан, уезжай. Вот еще машинка мешает. 854 иди. 854. Так, давайте ее куда-то сюда уберем. Ну, ты продавал с кем же? Давайте сюда куда-то поставим, чтобы она не мешала. Вот так вот. Так, гелик чей-то? 1021. Да, по-моему. 1021. Тоже сюда его перекинем, чтобы он не мешал. Ну и вроде бы все, развалил, пацаны. Бля, админам прикольно на самом деле быть. Помогать игрокам особенно. Опа, чё? Я не понял, что за движ палиш? Что за музончик? Черепашка по имени Наташка. Вот это движ Париж, блядь. Такая, высокая, морская черепашка по имени. Движ Париж, тут на стол происходит, я вижу. Давайте помут или нет, я вот думаю. Бля, мне еще завтра с Кипра выебут, если я это вставлю. Главное, чтобы канал не пострадал, а так, в принципе, пофиг на авторские права.